Всем привет! Наш поход начался. Идем в горы. У нас небольшой подъем, 450 метров над уровнем моря всего. И большой. Достаточно идем группой. Поход лайтовый. Рекомендую. Над Араховцем. Это в Которском заливе находится. Поход около 7-8 километров. Ну и еще одно интересное место посетим. Смотрите. Идем дружной компанией с собачкой. Воздух прекрасный, уже поднялись на высоту около 150 метров. Где-то солнышко. А сейчас мы зайдем в одну из пещер. Вообще, многие думают, что в Черногории всего одна пещера, это Липская. На самом деле нет. У меня есть на руках карта, которая обозначена около 10 тысяч пещер. Смотрите. Так, ну вот мы добрались до деревушки. Сейчас идем, подходим к роднику. Смотрите, какого он года. Ку-ку-ку, палочка! Скажи, что? Ну и чего, как? Вкусно. Как из холодильника. Анастасия, как вам водичка? Очень вкусно. Очень вкусно. Очень классная, информационная заряжка. Да. Как тебе чаёк? Божественный чаёк, волшебный. Уже что-то там в голове. Полезный. Собранный ручками Романа. Вот. Заварил. Поднялись в горы. Красота. Для плота, видишь, я уже под чаем, под действием. Как поход? Поход. Сколько раз ходил в поход? Первый раз иду. И как, сложно? Подниматься нет. Вот когда спущусь внизу, там скажу, сложно или нет. Классно! Очень красиво, несложно. Всем очень рекомендуем. Вот. Ну, на самом деле, нет. Тропа свободная, можно легко идти. При том, что с таким гидом вперед, только вперед. Спасибо. Я первый раз. Я нет. Но буду ходить еще. Да, хочу теперь на ночь. На дня три, наверное, да. Давай с одной ночи начнем. Почему? Да. А что еще запомнили из похода? Гранаты. Вообще травы разные. Можно насобирать и сделать чай. Я посмотрела, как можно разжигать
костер. Без зажигалки. Без зажигалки. И я сняла видео. Такого не видела. Сделали классные фотографии, погуляли, отпустили суету города. Всё, я стесняюсь. Спасибо. Собакин, как тебе чай понравился? А? Ну что, наш вот поход заканчивается. Пришли мы, посидели, костер развели, поболтали, подышали свежим воздухом, набрались энергии не только от горного чая, но и от самого похода, дыхательной практики. Правильно учились, наверное, дышать. Собрали трав немножко, изучили, какие есть лекарственные травы. Ну а сейчас будем спускаться туда, вниз, опять в город, опять в цивилизацию. А есть адаптер? А это уже окончание похода. Если ваше вино еще. А у меня принцип, что когда мальчики... Бэкстейдж такой. Что открываем? Открываем. Брют. Брют. Пух. Нет. Нормально. Профессионал. Я сейчас принесу еще одну. Мать профессионала. Я попрошу.